Тебе, Боже, да слава Тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 ноября. Страдания святых мучеников Никандра епископа и Иеремии пресвитера. Святые Никандр и Иеремий просвещены были светом учения Христова и поставлены на священнослужение святым апостолом Титом. Многих эллинов они обратили от языческого заблуждения и привели ко Христу. За это они были схвачены и приведены на допрос к Комиту Ливанию. Комит — это градоначальник. Когда Ливаний после долгих стараний отвратить их от Христа ничего не мог достигнуть, он повелел привязать их к резвым коням и, гоняя последних, влочить рабов Христовых. Влочимые таким образом долгое время, они обогрели землю своей кровью. Тела их, ударяясь по земле о камни и пни, покрывались ранами, и по закону естества человеческого им надлежало бы умереть, если бы сам Господь не укреплял их во время мучений. Потом, едва живых, их вернули в темницу и морили голодом и жаждою, но Господь питал их хлебом небесным и исцелял их раны. Под хлебом небесным можно разуметь или действительную пищу, которая чудесно посылаема была святым мученикам в темнице, или вообще подкрепление их свыше, при котором они не нуждались и в пище. По некоторым времени они опять были приведены на допрос, и когда отказались повиноваться мучителю, были повешены на дереве, строгаемы железом и палимы свечами. Затем они были брошены в разжженную печь, но остались невредимы, ибо ангел Господень, сошедший к ним, остудил печь и сохранил их невредимыми от огня. Наконец мучитель приказал вбить им железные гвозди в голову, сердце и чрево, и после того для них выкопали яму и еще дышащих бросили в нее и засыпали землею. Скончавшись такой жестокой и тяжкой смерти, святые Никандр и Иеремей достигли вечной радостной жизни с Господом, которому слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.